монумента противотанковой ежи, сотни алых роз и гвоздик. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и химкинские депутаты почтили память героев битвы под Москвой. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы, ты защищал отчизну. 5 декабря вся страна отметила День воинской славы, день начала контрнаступления советских войск, когда Красная Армия закрыла врагу подход к столице. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что память о событиях Великой Отечественной войны должна передаваться из поколения в поколение. Это залог сильного патриотического духа. Все, что было сделано здесь, на подмосковной земле, нашими войсками, это, конечно, результат подвига и любви к своей родине, поэтому вот каждый год и сегодня мы отдаем дань памяти и говорим о том, что надо помнить, какой вклад внесли наши деды и отцы в эту великую победу. Дмитрий Волошин напомнил участникам церемонии, какую роль сыграли химки в войне ровно 80 лет назад. Химки стали последним рубежом обороны Москвы в битве 1941-1942 годов. Враг не прошел благодаря мужеству и героизму красноармейцев и мирных жителей, которые обеспечивали оборонительные сооружения на линии фронта. Здесь, на 23-м километре Ленинградского шоссе, на въезде в столицу, в память о тех событиях установлен монумент в виде противотанковых ежей. Торжественную часть продолжили в культурном комплексе «Артишок». Здесь собрались химчане, которые приняли активное участие в создании патриотического проекта «Герои химок». Они внесли свой вклад в сбережение исторической памяти и сохранение героических имен горожан. Например, краеведческое общество подготовило к изданию альманах «Химки прифронтовые 1941 год». Инициативу поддержал глава городского округа Дмитрий Волошин. Краеведам торжественно передали тираж новой книги. За большой исследовательский труд поблагодарили автора работы Нину Мочалову. Я войну знаю не понаслышке. То есть я прекрасно помню, как мы прятались при бомбежках. Поэтому для меня тема войны очень важна. И вот я уже много лет занимаюсь именно не просто Великой Отечественной и Второй мировой. И такие книги у меня есть. Но у меня много книг, которые непосредственно к краеведению относятся. За развитие поискового движения в Химках, сохранение памяти о подвиге героев войны и формирование патриотизма у подрастающего поколения поблагодарили члены отряда «Поиск», участника международной поисковой экспедиции РЖФ «Калининский фронт» Бориса Рябикина. Несколько лет случайно услышал, попросился, чтобы меня с собой взяли. Цель нашего поиска – это обнаружение останков бойцов. И получается, то да, мы находим и родственников. За участие в проекте «Герои химок» отметили организаторов реконструкции битвы под Москвой и создателей проекта «Виртуальный музей», а также всех участников агитбригад, которые в разных уголках Химок, в парках и во дворах рассказывали горожанам о подвигах советских солдат. То, что делается в Химках, это дорого стоит. Наши родители, они отдали свой долг родине. Наш долг — эту память сберечь. Особым гостем на церемонии стала ветеран Софья Корнева. Женщина принимала участие в создании оборонительных рубежей при защите Москвы. За ударный труд награждена медалями за оборону Москвы, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и множеством других наград. К 80-летию битвы за Москву химчанке вручили памятный нагрудный знак. Мне именно вот сегодня очень приятно, очень. А потом меня, между прочим, часто приглашают, когда вот за Москву. И спасибо за внимание. Все, я очень довольна. Театрализованный патриотический концерт, посвященный 80-летию битвы за Москву, завершил торжественные мероприятия ко дню воинской славы в Химках. В зале театра «Наш дом» собрались учащиеся школ, их родители и педагоги. По словам школьников, на внеклассных занятиях они часто обсуждают тему героизма участников Великой Отечественной войны. Как тяжело переживали расставание родные и близкие. Как было грустно этим людям, как сердце их болело. Как страшно на войне. Мы сидим, вспоминаем, у кого какие родственники на войне были. Плачем, грустим. На сцене артисты выступили с военно-патриотическими номерами, звучали музыкальные композиции и песни военных лет. Радостно мне, я спокоен.
встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Также со сцены для химчан исполнили стихи Пастернака, Ахматовой, Рождественского и многих других поэтов.